Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Кисель, и сегодня у нас на обзоре, точнее... Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Кисель, и сегодня у нас будет легенький, быстренький гайдик по поводу того, как вам найти нужные вам модули и нужный вам корабль. Ну, по-любому у вас была такая ситуация, то что вы либо качнули ранг, либо качнули просто денежку себе на счет очень большую, и хотите перейти на следующий корабль, но вы летаете по системам, и на космоверфях его просто, ну, нету. Как найти, как искать... Летать по разным станциям, просто пальцем в небо тыкать, это, конечно, можно, но это долго, неудобно, неприятно. Так что еще более хуже, когда вы не можете найти нужные вам модули. Допустим, у вас есть корабль, ну, допустим, даже тот же самый дельфин, и просто нету на него базовых сплавов. Есть просто легкий сплав, который на нем стоит, и ничего другого вы не поставите. Ни военного зеркального и так далее. Просто ничего. Я вам расскажу, как с этим бороться и что для этого нужно делать. Так что давайте-ка начнем. Нам понадобится именно вот этот сайт. Он нам поможет. Он помогает практически во всем, что связано с этой игрой. Так, заходим на Stations. И тут мы видим Station Sell Ships, ну, станции, продающие нужный корабль. Station Sell Modules, типа нужные нам модули. Controlling Manufacturing. Минимальный Landing Pad, то есть минимальный, то есть либо L-ка, либо M-ка, либо Non. Если Non, то там просто маленькие. М-ка это средние корабли, Л-ка это большие корабли, ну вы поняли. Максимальная дистанция to arrival это максимальная дистанция, которая идет от звезды до той самой станции. Но все это находится внутри системы. Include planetary, типа, ну, если на планете будет стоять космопорт, в котором есть космоверх, и в котором находится то, что вам нужно, то тогда будет показываться. Если нет, то просто вы не будете летать по планетам. Рекомендую ставить нет, просто на планеты летать долго, лучше лишний прыжок сделать. Так, requires per mint. Это вроде что-то с... вот это я уже не скажу. Так, reference system. Система, в которой вы находитесь. У меня сейчас мой персонаж находится... Сейчас скажу, где. Так, сейчас мы это выключим. В Нгалине. То есть мы сейчас заходим на этот сайт. И пишем прям вот сюда. Нгалин. Так. Там две N. Вот, все, мы поставили, где мы находимся. Faction State, это, ну, не, это нас не интересует на самом деле. Теперь мы просто выбираем корабль, который мы хотим. Ну, допустим, вы качнули имперский ранг по моим гайдам. Ссылочка, скорее всего, будет в описании. И вы можете купить себе имперского катера. Вы шли к этому долго, упорно, но у вас облом, не можете его просто найти. Пишите, на английском, естественно. Либо выбираете из списка. То есть здесь список всех кораблей представленных. Сейчас... А где он? Вот, Imperial Cutter. Все. Find Station. И вот мы видим. Система по названию можно. Ну, по алфавиту точнее. То же самое можно со станциями сделать. Принадлежность. То есть Империя, Федерация, либо Альянс. Дистанция. То есть минимальная дистанция. И максимальная. Также Arrival Distance, но дистанция от, ну, звезды, ну вот, мы об этом говорили уже. Выбираем самое ближнее, мы хотим как можно быстрее. Вот Хурук. Выделяем Хурука, Ctrl-C. Заходим уже в игру. Открываем карту галактики. И вот наш Хурук. Все, ставим Dest, спокойненько летим. Тут всего лишь два прыжка. Прилетаете на станцию, которая у нас указана. У меня просто не изучена эта система, поэтому я не могу вам показать. А здесь отмечена у нас станция Хервери Смит Холдингс. Прилетаете, покупаете, и вы счастливый обладатель имперского катера. Но просто имперский катер это хорошо, но зафичный имперский катер еще хуже. Я уверен, что вы не один раз сидели на Кориолисе и крутили его фиты. Нам нужен щит. Восьмой А щит, как минимум. Но его тяжело найти, он редко где встречается на рынках, и, ну, это действительно проблема. Чтобы найти этот щит, мы убираем имперского катера и выбираем модуль. Мы можем писать сразу класс, и нам покажут все, что имеет восьмой класс. Либо, допустим, Shield Generator, пишем Shield Generator, ой, вот. Щит-генератор. И показаны они по всем классам, вплоть до восьмого. Только почему-то тут 8C B-Wave.
А, все правильно, все правильно, все правильно. Прошу прощения. Тут и призматические, и все остальные. Вот, допустим, нам нужен 8 ашел, да. Берем, ищем станцию. И вот, пожалуйста. Сейчас. Вот наша станция. Система, точнее. Вот наша станция. Fears of Orbital. Система HIP 8758. Заходим обратно в игру. Открываем карту галактики. Ctrl-V. Хопа. И вот наша система. Прям совсем-совсем-совсем рядышком. В смысле? Ты обалдел? Что-то он не прогрузился. Сейчас еще раз давайте. Так, может быть, поменять на реалистичный вид? Так будет проще. Так, отменяем маршрут. И ставим, который нам нужен. Вот, все. Все, вот теперь сработало. Ну, бывает, подлагивает, тупит. Но, допустим, нам нужно, чтобы и то, и другое было на нашей станции. Чтобы мы сразу могли сделать одно и другое. Чтобы у нас не было с этим проблем, чтобы не мотались лишнее время. Пишем также имперский катер сейчас. Imperial катер. И ищем станцию, на которой есть и то, и другое. Да, так тоже можно. Вы сразу же купите себе и катера, и восьмую шелду. И вот наша станция HR943, система и станция Хибербанд, что-то там терминал, 84-го года. Заходим точно так же. И вот она. Так, стоп, подожди, почему так далеко-то? Что-то не то. Сейчас, ребят, секундочку. Технические неполадки. Я точно ту поставил? Странно, почему-то у меня другая вылезла. Вот, все. Теперь нормально. И вот 8400 года. Это получается раз прыжок, два прыжок, три, четыре, пять прыжков. Как-то так. Прилетаете туда и берете сразу все вместе, все, что вам нужно. Надеюсь, вам, господа, это поможет собрать корабли так, как вы хотите, так, как вы их готовили изначально и задумывали. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. В описании под видео будет ссылочка на плейлистик по Light Dangerous со всеми видео, которые я снял, включая даже стримы там находятся, да. Также ссылочка на Инстаграм и группу ВК и Дискорд сервер, на котором мы общаемся с подписчиками по поводу стримов. Да, проходят еще стримы. И не по элитке только, по многим разным играм, включая даже Ваху всемогущую. А на этом давайте будем заканчивать. С вами был Кисель. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до встречи. Простите, друзья, маленькое дополнение, совсем забыл. Также вы можете ставить совершенно другие различные модули. То есть, хочу, чтобы было это, хочу, чтобы было 6 класса Frameship Drive, допустим, вот 6А, трастеры, фиг с ним. Хочу, чтобы был еще Клипер и так далее. Вот теперь все, ребят, простите, пожалуйста.